Итак, всех приветствую, это канал FreeSound, и сегодняшнее видео будет о том, что же можно подарить гитаристу, как раз близко Новый год. Поэтому я покажу, что я сам себе купил, какие интересные штуки с AliExpress заказал. Может, кому-то будет это полезно. Сейчас 22 число, если кому интересно, то до 31 декабря посылка, скорее всего, не успеет дойти, но к числу к 10 января вполне-вполне. Так что можно поспешить и можно порадовать ваших друзей и близких, которые увлекаются гитарой, таким интересным способом. Итак, для начала хочу показать самую важную, незаменимую вещь, которая всегда теряется, поэтому я заказал несколько. Это медиаторы. Ссылки будут, конечно же, в описании внизу. Вот такие вот медиаторы. Dunlop 1 мм. А вот такого цвета медиаторы 1,4. Точнее, 1 мм и 14 сотых. Данные медиаторы поставляются в упаковке по 6 штук. Дополнительно заказал себе еще разных медиаторов. Тоже ссылочка будет в описании. Вот такие медиаторы тоже Dunlop, но это немного другие медиаторы. Они более матовые. Если вот эти медиаторы глянцевые, то вот эти медиаторы более матовые и намного лучше их держать в руке. Они не скользят, даже если рука начинает потеть. Когда на концерте, например. Вот. И вот такие медиаторы я использую для бас-гитары. Они очень выносливые. То есть они не стираются. Буквально одного медиатора будет хватать, ну, как минимум на год. Если не потеряется, конечно. Также отличная, незаменимая вещь для любого музыканта, который работает со звуком, это вот такой вот переходник. Это переходник с джека 3.5 на джек 6.3. Стереопереходник. Вот, я взял себе таких тоже пару штук. Как раз для наушников или для того, чтобы работать с микшерным пультом. Ссылочки, конечно же, будут в описании. Еще, в принципе, если ваш знакомый начинающий гитарист и только начинает осваивать гитару, электрогитару и хочет как-то ее записывать в свой iPhone или планшет, тогда вот интересная. Тогда вот интересная тоже штуковина. Это китайский iRig. Ну, точнее, это копия iRig'а. Вот такая штука, она без обозначений каких-либо. Вот, но работает абсолютно так же, как iRig. И инструкции здесь тоже. Написано, что это iRig. Но на самом деле это, да, это китайская копия iRig'а. Вот, я уже попробовал. В iPhone записывает гитару довольно-таки добротно. Стоит всего лишь до 200 рублей. 186, ну около 186 рублей. Поэтому, в принципе, если вы не хотите раскошеливаться на нормальный iRig, то вот такая штука, позаниматься, позаписывать, просто поиграть для себя вполне-вполне. Конечно же, я еще раз покажу, что я заказывал себе несколько петличек. Это довольно хорошие, дорогие петлички, они стоят в районе 350 рублей. У них металлический зажим. Тут микрофончик, и даже в комплекте есть дополнительный какой-то переходник. Да, вот такой дополнительный переходник. На самом деле не очень понимаю, для чего он. Если вы в курсе, напишите в комментарии, будет интересно. Я вот им ни разу пока не пользовался. Так, это петличка Andoer. Обзор на данную петличку и сравнение с другими петличками будет где-то здесь. Я уже делал. Так что вот, в принципе, мне очень нравится, меня устраивает. Голос довольно насыщенный обертонами получается после прохождения через данную петличку. Довольно глубокий, довольно низкий. Что еще я заказал? Я заказал себе на самом деле комплект струн.
для бас-гитары. Это какая-то ноунейм фирма. На самом деле я взял чисто попробовать и посмотреть, как это будет. Стоимость данных струн я напишу где-нибудь здесь, потому что я сейчас не помню, но там где-то тоже в районе 300-400 рублей за комплект. Так что, в принципе, хочу попробовать и сам и посмотреть, как они звучат и вообще сколько они продержатся. Стоит ли это того? Ну, стоит ли это того для бас-гитары, чтобы поиграть для себя? В принципе, интересно. Басовые струны для нищебродов. Вот, пожалуй, самая нужная яркая и красочная вещь, которую действительно можно подарить гитаристу, другу, тому, кто занимается гитарой. Это всегда нужная вещь и довольно красивая. Это гитарный ремень. Гитарный ремень на самом деле очень прочный, с очень красочными картинками, поэтому очень по-новогоднему. Такую вещь можно как раз подарить. Здесь вот эти части кожаные. Это кожа. Ну вот говорю, довольно прочный. С этой стороны тоже кожа. Регулируется под любой рост. Так что очень полезно, берите на заметку. Ссылки, я говорю, будут внизу в описании. И еще одна очень-очень нетривиальная вещь. Об этой вещи как раз говорил Никита Марченко в своих видео. Он как раз говорил, по-моему, что есть такая вещь, как... Ну, как бы сказать, ну, это очень нетривиальная вещь, но это замена стриплоком. То есть, что делает стриплок? Стриплок не дает вашему ремню соскакивать за счет механизма. То есть, одна часть стриплока крепится на гитару, другая часть стриплока крепится на непосредственно ремень. Все это закручивается, держится. И специальным механизмом эти две части соединяются и не дают вашему ремню слетать. Но стриплоки очень дорогие. В принципе, начальная цена стриплоков — это где-то от 1500 рублей. А сейчас я покажу. У меня есть стриплоки. Я тоже себе заказывал стриплоки. А где мои стриплоки? Вот о чем я говорю. Вот это стриплоки. Тоже с AliExpress. Тоже ссылка будет внизу в описании. Вот. Вот как я и говорю, она состоит из двух частей. Вот из этих двух частей состоит стриплок. То есть вот эта часть ввинчивается в гитару. Дальше вот эта часть — это держатель для ремня. То есть сюда крепится ремень. Вот сюда. Вот, ремень крепится вот так. То есть видно. Вот. Вот сейчас я закрепил ремень. Теперь ремень со стриплоком стали, можно сказать, одним целым. Вот эта часть находится в гитаре. И данный стриплок, почему я его заказал,
Он не такой, как обычные стриплоки. Обычные стриплоки, чтобы ставить стриплок, надо нажать вот сюда вот сверху. И поэтому обычно, когда я ставлю на это место гитару, когда я ее беру, стриплок все равно вылетает. Здесь такого нет. Здесь, чтобы вставить, надо, получается, вот так вот на себя, вот тут на пружине, да, на себя потянуть эту часть, и тогда входит. Вот если отпустить, вот она обратно на пружине возвращается, и все. Ремень с гитары никуда не денется. В принципе, чтобы не раскошеливаться на стриплоке, ссылочка на данный стриплок, он тоже с AliExpress, тоже будет в описании. Вот, но все равно, чтобы на них не раскошеливаться, есть более дешевый вариант. Это вот эти вот резиночки. Данную резиночку можно использовать с обычным креплением для гитарного ремня. То есть вначале вы берете гитару, прикрепляете к ней ремень и сверху одеваете вот эту резинку. И ваш ремень больше с гитары не соскочит. Как видите, в комплекте их довольно-таки много. По цене тоже довольно-таки дешево, в несколько раз дешевле, чем покупать стриплок. Две таких резиночки я в этом видео хочу разыграть вместе еще с чем-нибудь. Я сейчас подумаю, что еще добавить счастливчику, который выиграет данные два Safety Lock'а для своей гитары. Я сейчас подумаю, что к ним добавить, чтобы подарок был более значимым. Правила для данного розыгрыша также будут внизу в описании. Это будет лайк, подписка на канал и какой-нибудь членораздельный комментарий к данному видео. Я буду смотреть как раз по комментариям, разыгрывать буду с помощью стандартного рандомайзера. Вот, стандартного рандомайзера, и буду смотреть по комментариям. Вначале буду брать всех, кто оставил комментарий, смотреть, поставили ли они лайк, подписались ли на канал. И после этого будет розыгрыш. Пока отложу. В конце видео я скажу полный комплект того, что будет участвовать в розыгрыше. Ну и так, с маленькой мелочевкой мы попрощались. Сейчас в бой пойдут гитарные предметы подороже. И, конечно же, это гитарные примочки. Вот такие примочки я заказал. Аналог Horus и Vintage Phase. Данные педальки, в принципе, я подглядел на канале Hard Sound. Можно посмотреть, там есть обзор. Если интересно, то пишите в комментарии. Я тоже сделаю обзор. Скорее всего, после моего обзора я тоже одну из этих педалей разыграю. Посмотрю, как пойдет, посмотрю на активность. Вот, и скорее всего, после того, как будут сделаны обзоры на данные педали, они тоже уйдут каким-нибудь счастливчиком. Как видно, ничего особенного. Это Phase, скорее всего, похожий на MXR 90 либо 45. Буду как раз смотреть на обзоре, проверять, на что он больше похож. Кнопка щелкает. Крутилка со скоростью крутится. Так, ну и тут ничего особенного, да? Всего лишь две ручки вращаются. Так что, в принципе, если вам интересно поучаствовать в розыгрыше данных педалей, посмотреть на них обзор, то тоже подписывайтесь на канал. Это я оставлю на 2021 год. Итак, следующие две педали. Также ссылки оставлю на них в описании. Это такие ноунейм коробочки. Вот, Fuzz Phase.
и Black Red. Вот такой вот Fuse Face. А, кстати, забыл сказать, что цены на все эти сникерсайзы в районе 1500 рублей всего лишь. На AliExpress. Ссылки будут в описании. А, вот такой Fuse Face. Это компания Mosky Audio. Вот китайская. Вот такой вот Fuse Face с одной лишь ручкой перегруза. И вот такая крыса. Черная крыса. Distortion. Да, здесь поинтереснее. Здесь есть вот ручка переключения между турборежимом и, я так понимаю, обычным режимом. Винтаж. Также ручки вращаются, кнопочка щелкает. Это тоже от компании Mosky Audio. Вот. Как и про предыдущие две педали. Про эти две педали тоже будет отдельный обзор. Тоже, скорее всего, я одну из них разыграю среди подписчиков канала. Условия будут в видеообзоре, конечно же. Так что, если вам на будущее тоже будет интересно поучаствовать, можете подписываться и ждать видео. А если не хотите ждать видео, то, в принципе, все данные маленькие педальки стоят в районе 1500 рублей. Можете купить на AliExpress. Ссылки будут в описании под видео, как себе, так и, возможно, своим друзьям, знакомым, родственникам, близким, тому, кому это будет интересно, кто увлекается игрой на гитаре, в различные игрой на электрогитаре, да, в различные примочки, усилители. И сейчас, как бонус, я хочу показать еще одну покупку с AliExpress, которую я купил. Данная вещь понравится. Скорее всего, музыкантам не понравится. Понравится больше обычным людям. Я приобрел Redmi наушники. Это Bluetooth наушники. Они очень маленькие, очень удобные. Очень хорошо сидят в ухе. В отличие от наушников. В отличие от Bluetooth наушников от Apple. На самом деле, очень-очень мне понравились. Конечно же, смотреть видео на YouTube в них не очень прикольно, потому что, ну, задержка довольно-таки заметная. Но слушать музыку, что дома, что на улице, это очень даже отлично. Они заряжаются, работают, их хватает примерно дня на 3 после подзарядки. Самое главное — цена. Цена этих наушников, в описании будет тоже ссылка прикреплена, цена этих наушников всего лишь 1000 рублей. 1000 рублей, то есть там плюс-минус 100, но я покупал это ровно за 1000 рублей, там 1.30, ну как бы это очень дешево, и за такую цену это очень-очень хорошее приобретение, я просто всем рекомендую. Это вот такой вот бонус в этом видео, так что все, всем спасибо. Подписывайтесь, участвуйте в розыгрышах. Розыгрышей в 2021 году намечается уже несколько. Да, и чуть не забыл, совсем вылетело из головы. Если ты досмотрел это видео до конца, то ты большой молодец, потому что в данном видео тоже будет розыгрыш. Я решил, что в этом видео я разыграю набор из 6 медиаторов Dunlop 1,14 мм и, как я и говорил ранее, 2 Safety Lock, чтобы защитить вашу гитару от случайного падения с ремня. Условия конкурса просты, как и везде. Чтобы участвовать в розыгрыше, достаточно быть подписчиком канала, поставить этому видео лайк, также написать какой-нибудь комментарий, содержащий побольше, чем одно слово хотя бы, и желательно без мата, потому что комментарии с матом YouTube удаляет автоматически, и их не видно. Так что ставьте лайки, ставьте комментарии, подписывайтесь на канал, и всем удачи!